до того, как я попал в акселератор, я думал, что я знаю все об онлайн-образовании. Здравствуйте, я Борис Рогозин, заведующий кафедрой аюрведической медицины Российского университета Дружбы Народов. Так как я преподаю на кафедре Российского университета Дружбы Народов, очень много моих студентов из других городов часто просили меня о том, чтобы я организовал и сделал для них онлайн-образование. До того, как я пришел в акселератор, я всегда считал, что необходимо иметь свой сайт, на нем иметь огромное количество информации, статей, страниц, чтобы привлекать трафик. Но придя в акселератор, я понял, что все, что я проделал со своим сайтом, а он у меня огромный, там огромное количество статей, страниц, на самом деле это было напрасно. Я тратил на рекламу в соцсетях примерно 20-50 тысяч рублей в месяц. Акселератор для меня – это инструмент, или я бы даже так сказал, набор инструментов, такая целая энциклопедия, как правильно, как без затрат запустить онлайн-образование. Это такой пакет, набор знаний, который помогает сделать все сразу. И в акселераторе я нашел очень много идей, как договариваться с экспертами, как их привлекать, какую информацию от них получать для того, чтобы организовать новые курсы. И в данный момент я веду переговоры с 5 своими студентами, которые, в свою очередь, являются врачами, специалистами в своих узких направлениях. И мы создаем новые образовательные программы, которые помогут росту моей школы и привлекут большее количество студентов. С помощью методов акселератора вы сможете легко научиться, как продюсировать любого эксперта, и вы можете двигаться в этом направлении, открыть свою школу, открыть несколько школ, и вы будете расширять возможности своей школы, развиваться сами и давать знания другим людям. Если у вас нет своей экспертности, то я советовал бы вам научиться с помощью акселератора привлекать экспертов к образовательным программам из любой ниши, потому что это очень легко. Работать с ними, создавать новые образовательные программы и обучать большое количество слушателей. В акселераторе я выбрал пакет СВ, потому что я люблю кататься с комфортом, потому что я понимал, что в этом пакете у меня будет возможность общаться с Дмитрием и Сергеем. И я не жалею об этом, потому что у меня действительно есть возможность для общения, есть возможность для обсуждения своих обучающих программ, лендингов. И я получаю очень быстро ответы на все интересующие меня вопросы. На самом деле здесь очень хорошая команда поддержки. Если у меня есть вопрос, я задаю ребятам в акселераторе и в течение 10-15 минут получаю ответ. А это реально очень быстро. Я считаю, что вложения, которые я сделал, покупая программу акселератора, окупились практически в первый месяц. Я всех вас приглашаю в акселератор для того, чтобы окунуться в эту атмосферу онлайн-образования, стать экспертом в своем направлении, ну и, конечно же, помогать другим людям.